Только в декабре даем скидку 5% на готовые квартиры в ЖК «Олимп». А сейчас выпуск продолжит очередная серия об удивительных семьях, где усыновленные дети растут наравне с родными. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Этот год для Крайновых был особенным, и в первую очередь для Егора. Маленькими, но верными шажками он идет к своей заветной цели – стать сильным и выносливым, чтобы потом служить в армии. Парень не только учится плавать и осваивает адаптивное карате, но уже завоевал десяток медалей на своих первых соревнованиях. Для меня самая важная медаль – это вот эта вот. Это моя первая золотая медаль. И когда я ее получил, у меня была радость несусветная. Мне, можно сказать, хотелось орать от счастья. Он очень общительный, этот мальчуган. Его счастливая история началась 9 лет назад. Именно тогда он попал в заботливые руки приемной мамы и бабушки. Егор купался в материнской любви один, но всегда мечтал поделиться этим теплом с сестрой и братом. Я учусь на надомном обучении, и у меня в принципе-то друзей нету особенно из-за этого. Поэтому я попросил сестру, чтобы мне было скучно. Егор очень хотел, он очень хотел. Сначала брата просил, потом начал сестру просить. В общем, потом он сказал, мне вообще без разницы, мам, давай, чтобы нас было поровну, возьмем 4 мальчиков, 4 девочек. Я говорю, замечательно. Настойчивые разговоры сына о пополнении семьи поначалу даже обескуражили Светлану, ведь она растит мальчика в одиночку. Но постепенно свыклась с этой мыслью, и однажды ее пригласил инспектор органов опеки, чтобы предложить стать опекуном еще 2 детей. Какое-то время, конечно, я думала об этом, страшно было уже, но потом пришли к выводу, что да, семью нужно увеличить. Теперь Егор точно знает, что если чего-то очень захотеть, вся вселенная обязательно будет помогать. И теперь он делит комнату с братом и сестрой. Так Светлана стала многодетной мамой, а Нина Дмитриевна – бабушка 3 внуков. Когда мы взяли Егора, нас все приветствовали, все были как-то родственники, мне кажется, даже, одобрили. А вот когда мы еще 2 взяли, тут уже как-то негативное как-то к этому отношение, что зачем. Но нас это не пугает, и мы на это не обращаем внимания. Кто думает, как хотят, думает, а нам это наши дети. А потом вот сейчас, поживши уже с 3 детьми, вы знаете, вся жизнь в них, и я уже не представляю по-другому. Рита и Ваня действительно наполнили жизнь этих женщин, а те, в свою очередь, обогрели сердца ребят. У Вани даже открылись новые способности. Он всерьез увлекся шахматами и рисованием. Кстати, чаще всего мальчик рисует православные храмы. Так он передает свой внутренний мир, где больше нет места тревогам и страхам. Здесь о нас заботятся, любят, понимают. Мне лучше в этой семье. Потому что, когда мы были в старой семье, наша мама выпивала часто. Рита, родная сестра Вани, тоже не уступает брату в творческом задоре. Занимается оригами и в мультстудии. Любит мастерить поделки и сувениры. Несмотря на тревоги переезда, она быстро адаптировалась в приемной семье. Когда она стихи-то забрала, было неспокойно как-то. Вдруг с Егором ругаться будем или еще что-нибудь. С бабушкой не поладим. Теперь Егор, бабушка и Света для меня родные люди. Уже точно. Кому-то семья дается при рождении, а кто-то обретает это счастье, пройдя нелегкий путь. Они просто нашли друг друга в тот самый момент, когда каждому было необходимо. И каждый обрел то, что искал. Ваня и Рита – семью, Егор – друзей, а Светлана – детей. Может быть, это и награда, да. Я даже не могу сказать, кому это больше нужно, им или мне. Может быть, даже мне, чем она. Это семья наша. Это мои дети, которых я буду воспитывать.
Они привыкли быть сильными и надеяться только на себя. Эти две русские женщины умеют не только любить, но и решать совсем не женские задачи. В этом году они своими руками построили к даче пристройку. Теперь в доме три спальни и большая кухня. И именно здесь они планируют встретить Новый год всей дружной большой семьей. И когда начнется бой курантов, каждый из них обязательно загадает свое желание. Конечно, я думаю, мужчинам в доме было бы неплохо. Хотя много сами можем, но опора, плечо неплохо бы, наверное, для Светланы, я думаю. Ну и мальчикам, конечно. Мальчикам нужен отец. Потому что бабушка их всему обучает. Они у меня умеют гвозди заколачивать, шурупы завертывать и выкручивать их. Все они это умеют. Пилить уже умеют. Но то, что бабушка показывает, это одно. А если бы папа? Но это уже другая история. И она обязательно получит продолжение. Мы счастливы!